Надеюсь, ты не спросишь сегодня опять, куда делся геймбокс. Вот это и называется мертвый попугай. Да, там идет трансляция, все нормально же. Просто в ней хорошо, заглушка хорошо стоит. Вот, а теперь уже не стоит. Вот так со временем происходит. То давайте же выпьем за то, чтобы заглушка стояла всегда. Паша Антонов пришел на стрим, говорит, где GMBOX? Я скажу, что с ним не так. Он мертв. Вот и все, что не так. Нет, нет, он просто отдыхает. Беды с башкой, как да, говорится. Да, беседы с батюшкой. Просто там только начинают придумывать какой-нибудь формат, а ему батюшка говорит, неповадно, не надо делать форматов всяких. И Рустам такой, ну, как бы, ладно. Берет... Раз батюшка-то сказал... Кутью берет, съедает кутью. И сразу же Египетрахиль. Что среднее между Саддамом Хусейном и при этом каким-то... Надувным садовым бассейном. Все дети сегодня долбоебы и наркоманы. Где-нибудь там овердознутся по пути на экскурсию в какой-нибудь там краеведческий музей. И ты будешь сидеть потом за них лет 10. Вот тебе и вся школа. Так что нет, ни в коем случае. Ну что ж, с нами на связи был наш эксперт. Вагинные взносы. И при этом это не имеет никакого отношения к женским половым органам. Просто в рамках политкорректности и новых веяний таким образом переименовываются членские взносы. Слишком заморочились. Я догадываюсь, что просто над тобой уже топор сейчас такой висит. Ты такой, ой, что-то мы слишком заморочились, пожалуй, да, можно дальше уже двигаться. Ну да, ну да. Ну да. Правильно догадываешься. Нет. Сейчас только полов, что там, мало ли. Если твой... Только два. Только два? Да, только два гендера. А погоди, нас же сейчас забанят. Прости, Святослав. Вот, например, я могу самоидентифицироваться как плохо текстурированная черепашка с горбом, а? Да. Причем, мне кажется, если бы ты жил в Штатах, ты мог бы пойти в какие-то органы и добиться. То есть, и убрать определенные органы. Сфинктеры и сфинксы абсолютно лишены шерсти. Да. Че, тебе в союз кинематографистов захотелось вступить? Да, да, да. Пошлость. Звенящая пошлость.